Смотрите, какая красота. Я хотел сказать это про другое, но я говорю вот про то, что надвигается на нас. На этого красавца, короче, гигантского. Я его не вижу, блин. Да что такое? Как он прет-то, а? Ух. Просто супер, блин. Чего я насибал? Я не вижу нифига. Вот. Вот. Значит, я ошибся. Он на посадку пошел. Ну, круто. Видите, вот вам, пожалуйста, 10 минут потерпели. И такой этот самый сюжет сочный. На самом деле, этот телефон так плохо приближает. Визуально он даже еще больше. То есть вот на 4 кратах он, мне кажется, просто здоровым. Что-то телефон уменьшает. А про красоту я имел в виду вот велодорожки, вот это все. Пешеходное, вело. И ни хера не работает, короче. Закрыто, вот там стоят. Вот видно, да, вот блоки поперек. Прочее свинство. Это я уже проехал поворот, вот стоит. То есть это я с большой дороги заехал вот сюда. И сейчас двигаюсь в сторону. Видите, прямо оказывается эта точка. Вот там вот привод, на котором мы всегда грибы собирали. Вот на той сопке. Вот он заходит прямо в створ аэродрома. А там вот стоят машины. Я хотел к ним подъехать. Но это вот здесь вот заезд. Ну, сейчас прокачусь туда-сюда, посмотрю. И на насыпь, наверное, выскочу. Там работники какие-то бегают. Тут КамАЗ, там вот трактор, экскаватор и бульдозер. И башка, кстати, появилась. Здесь я еще не был. Поэтому для вас, ну а тут типа частный сектор, элитные типа поселки. О, пошел форсаж, тормози, все, посадка. Крутизна, короче.